Более 200 малышей появляется каждый год благодаря сотрудникам Республиканского центра планирования семьи. Они провели день открытых дверей. Будущим родителям рассказали о современных технологиях и о том, как бесплатно пройти процедуру ЭКО. Этой возможности ждут сотни пар. Этим занимаемся 20 лет, и, наверное, как артисты говорят, что они волнуются каждый раз перед выходом на сцену, мы точно так же всегда волнуемся, когда знаем, что женщина должна прийти с тестом на беременность. То есть, и когда он положительный, то, поверьте, вот это ощущение волнения, радости, оно вот нисколько с годами не становится меньше.